Привет! Сегодня я расскажу об уникальном и подзабытом препарате копеечном, который называется аскорутин. Это витаминный, чисто витаминный препарат. Состоит он всего из двух очень важных витаминов. Это аскорбиновая кислота и рутин. Рутин – это витамин П. Ну и если вам нравится мое рвение помочь людям быть здоровыми, поставьте мне сейчас лайк и давайте я вам все расскажу. Правильная концентрация и содержание этих двух компонентов аскорбиновой кислоты и рутина дают потрясающие результаты. Данный препарат является как лечебным, так и профилактическим. Он очень популярен среди спортсменов, это уже о чем-то говорит. Далее, он стоит просто, копейки. Вот эта огромная пачка, здесь несколько блистеров, всего 50 таблеток. Стоят у нас меньше $1, примерно 0,8 доллара. Данный витаминный препарат чудесным образом воздействует практически на все процессы в нашем организме. Это обменные процессы, это солевые процессы, это процессы усваивания различных металлов и микроэлементов. Во всем этом поможет этот простой копеечный витаминный препарат. Также доказано его положительное воздействие на иммунную систему, желудочно-кишечный тракт, а также сердечно-сосудистую систему. Данный препарат разжижает кровь, потому как густая кровь – это тромбы, это другие неприятности и так далее. Данный препарат чудесным образом действует на сосуды и кровеносное русло. Отлично воздействует на любые процессы в наших тканях. Это процессы обновления тканей, регенерации, также заживления ран. Аскорутин является и мощнейшим антиоксидантом. Естественно, аскорутин в комплексной терапии является и лечебным препаратом. Назначаются врачом также при различных заболеваниях. Это десятки заболеваний. Как простые заболевания, так и очень сложные. Все сведения по лечебным способностям аскорутина я также помещу в описании под этим видео.